Сержант полиции, проникающий пулевое ранение. Кровопотеря. Значительно, Марина Витальевна. Давление меньше 50, продолжает падать. Так вам дальше нельзя. Ну что, девчонки? Все готово, Борис Анатольевич. А Алексей Владимирович? Вызвали? Идет. Прекрасно. Николай Родионов, 23 года, пулевое проникающее. Отлично. Леш, нужна будет твоя помощь. Возможно, позвоночник задет. С этим позже разберемся, Борь. Это самое, не давайте сейчас, я. Жорик. Сердцем плохо, Борь. Знаю. Давление падает, Алексей Владимирович. Идем на таракотомию. Нож. Сушить. Расширитель. Алексей Владимирович, обширное внутреннее кровотечение. Геморрагический шок. Леш, подмени меня, не вижу раны. Давай. Давления нет. Есть. Нашел разрыв. Видно. Миллион желудочки. Шить. Ой, мамочки. А? Давление стабилизируется. Так. Ритм нормальный. Пулю найдешь? Ага. Пулю мы теперь найдем. Все молодцы. Заканчивай бой. Угу. Перитонит. Доктор, а может не надо? Уже ничего не болит. А вот это плохо, что не болит. Давайте. Галина Кондратьева, 46 лет, разрыв селезенки. Отлично. Никодимова Света, 12 лет, множественные переломы, внутреннее кровотечение. Отлично. До вечера. Да, дорогая. Конечно, зарядил. Да, да. И зарядку на всякий случай с собой взял. Какие? Нет, конечно, никаких сладостей. Витамины? Витамины не забыл. Вот, послушай. Вот они в кармане. Слышишь? Ага. Да, я тебя люблю. Ну, пока. До встречи. Пока. Доброе утро, Михалыч. С возвращением. Доброе утро. Доброе утро, Сережа. Ой, доброе утро, Иван Михайлович. Доброе утро, красавица. Это вам. О, спасибо. Спасибо. Разряд! С возвращением, Михалыч. Чтобы это мне накатило, это не повод. Неделями из больницы носа не казать. Кофе? Сядь. Ты сколько тут без вылазки? С самого моего отъезда? Да нет, пару дней. Леш, ты мне сознание не деформируй. Я твою машину видел. Иван Михайлович, я вообще-то заведующий отделением. Да? А я главврач больницы. Так что мне теперь? И самому сюда переехать, и жену перевезти? Вот. Валентина Львовна обрадуется. О да. Ладно. Пошутили, хватит. Работа, работа, и отдыхать тоже надо. Неделями от стола не отходить. Это неправильно. Хирург должен отдыхать. Ты это лучше моего знаешь. Леш, ты молодец. Таких хирургов, как ты, 1 на миллион. А может, даже на миллиард. Кто знает. Загрустил, затасковал. А здесь, в больнице, у всего есть смысл. Вот именно. Есть смысл. Леш, ты думаешь, я этого не знаю? Я сам бы здесь и дневал, и ночевал. А самое главное, сынок, в чем смысл? Не просто жить, а чувствовать, как живешь. Понимаешь? Угу. Ты что планируешь на выходные? Я настолько вперед не заглядываю. Да? Ну тогда я за тебя загляну. Сейчас. Александр Константинович, вы видите вот этого типа? Так точно, вижу. Вот и хорошо, что видите. Значит так, чтобы до понедельника его и духу в больнице не было. Если узнать, что впустили, уволю. Вас уволю, Александр Константинович. Вы меня знаете. Слушаюсь. До понедельника? Да, до понедельника. А если срочный? Ну да, если срочный, другое дело. Но если без тебя не смогут обойтись и вызовут, тогда да. А в остальном отдыхать. Ну, накатило, съешь мороженого, не знаю. Ну, сходи в кинотеатр, навести друзей, родителей. Они наверняка забыли, как ты выглядишь уже. Да, и между нами. Девушка хотя бы и на одну ночь еще ни одного мужика не делала несчастным. Я такими вещами не интересуюсь уже давно, сам понимаешь, жена. Но чисто теоретически мне кажется, что я прав. А, значит, мороженое, кино, родственники, друзья, женщины. А обязательно в такой последовательности? Лешенька, в любой последовательности. А, можно переставлять. Отдохни. Угу. Да, и помой машину. Смотреть больно. Можно при меня для подержать. Если что, обращайтесь. Простите, мне нужно бежать. Мы тогда четверг заберем всю партию. Спасибо. Была рада. Всего доброго. Алексей Владимирович! Да? Алексей Владимирович, добрый день. Добрый день. А вы меня не помните? Я Ирина Алифиренко. Мы с вами встречались на конференции по обезболивающим. Компания Medical Nice. А, простите, Ирина… Просто Ирина. Угу. Вы что-то хотели? Ну, в общем-то, да. Я еще хотела там с вами поговорить, но… Вы знаете, у вас очень интересные мысли, даже несмотря на то, что вы жутко разгромили нашу компанию. И я бы хотела… Слушайте, сегодня премьера в драмтеатре, и мне вот буквально недавно принесли билеты. Давайте мы с вами сходим на спектакль, а потом посидим и поговорим. Простите, Ирина, но… Давайте как-нибудь в следующий раз, а? Конечно. Угу. А чтобы в следующий раз состоялся, вот вам моя визитка. Я вам уже давала, но вдруг вы ее потеряли. Угу. Хорошо, спасибо. И звоните сегодня, если передумаете насчет театра. Я буду ждать. Угу. Алло, Марин, привет. Как там у нас дела? Все в порядке? Алексей Владимирович, да, все нормально, честно. Все хорошо, отдыхайте. Так, а может? Давайте быстрее, быстрее. Алло, Ира. Привет. Вы должны были подготовить зал еще вчера. Что, я должна этим заниматься? Это твоя обязанность, и спрашивать я буду с тебя. Да. Все. Я поняла и уже выезжаю. Почти. Да. Конференц-зал. Райсы в красные папки. Доброе утро. Доброе утро. Кофе? Да. Мне уже нужно идти. Пока. Звони. Пока. Мама! Папа уже оделся! Анжела! Анжела! Не пускайте папу! Не пускаем папу! Не пускаем! Здрасте, доброе утро! Как это не пускаем? Вроде же можно не пускаем. Тихо, тихо, тихо. Что это такое? Анжела, ну! Все ко мне. Подходим, подходим. Зайчики, давайте, давайте. Молодцы. 3, 4. Сюрприз! Сюрприз! Не понял? Сюрприз! Папа, сюрприз! Ну, какой сегодня день? Сколько лет ты работаешь в скорой помощи? Не помню. А что? Дорогой Борис Анатольевич, поздравляем вас с 20-летием работы Центральной больницы скорой помощи. А следовательно, с чем, дети? Пенсионер! 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 Ура! Анжела, я не понял, это вы… Ты сейчас пошутила? Ну, Боря, ну какие шутки? Ты у нас оперирующий хирург. Твой стаж, учитывая сложности напряжения на рабочем месте, рассчитывается где-то год за полтора, так что… Поздравляем тебя, наш любимый пенсионер! Поздравляем! Поздравляем! Дети, всем есть торт. Я тебя на работу отвечу, хорошо? Дети, пойдемте, пойдемте. А ну-ка, кто первый за стол, тот получится. Ложиться в 19 дней в анамнезе страсти. Я за тебя помню. Я отказался от всего. Я к тебе на коленях. Меня хватит. Пенсионер. Ну вообще же совсем меня Алексей Владимирович к столу не подпускает. Обо мне скоро вспомнят на какой-нибудь телевикторине. А назовите хирурга, который не провел ни одной самостоятельной операции. А? Жорик! Не тревожься так, Жорик. Еще наоперируешься. У тебя времени не то, что у меня. На. Хочешь тортик? А. Время. Где? А вот меня, коллеги, жена сегодня с пенсией поздравила. В каком смысле с пенсией? А в прямом. Я, оказывается, уже 20 лет практикую и… Так вас что, это самое, тю-тю? А когда уходите? А я вот думаю… Добрый день. Вау. Добрый день. А вы же доктор Канин, Борис Анатольевич. Добрый день. Здравствуйте. Я ищу вашего коллегу Баженова. Алексей Владимирович сегодня выходной. Выходной? Вот как. Так это же замечательно. Спасибо большое. Девушка, а вы знаете, почему бумеранг нельзя продать? Ну, должно быть, потому что он всегда возвращается к хозяину. Точно. А между нами столько общего. Может, это самое, сходим куда-нибудь, кофе выпьем, это самое, вдвоем вечером. Это очень заманчиво. Но нет. До свидания. Владимир, я понимаю, вы меня жалеете, но не до такой же степени. Вы… Карин, вы не понимаете. Я вижу у вас потенциал. У меня даже нет высшего образования. Оно вам не нужно? Девушка, простите, я немного опоздал? Ой, да вы ничего не потеряли. Да я это уже понял, просто вы так смеетесь, а я смотрю и не могу понять, с чего именно, смеяться-то не с чего. Да ясное дело, это худший фильм, который я видела в своей жизни. Я этот фильм не разве что форель с перепугу бросится, честное слово. Об этом даже Хемингуэй писал. Я догадался. Хорошо. Вот. Ну, я слышал о твоей выслуге, я тебя поздравляю и понимаю. Ну, зарплаты у нас не ахти какие, у тебя 6 детей, так что если надумаешь частную клинику, я возражать не буду. Да и характеристику получишь, ну, просто идеально. Иван Михайлович, подождите, то есть вы считаете, что ни на что серьезно не способен и могу за деньги только всякой мелочью заниматься? Оль, да я не это имел в виду. Извини, спешу. Если это худший фильм, который вы видели, почему вы смеетесь? Так я просто играю. Тут сюжет капец какой банальный, но все не по-настоящему. Люди, которые придумывали все это, никогда не влюблялись. Не упускайтесь выше. Я понимаю. Вы испытываете постоянное чувство вины перед такими, как я. Ну? Что? Какими такими? Бедные. Что дальше? Убогие. Дети это не замечают, и хорошо, но нам с вами общаться не обязательно. Да что с вами такое, Ирина? Я просто прикидываю, что будет дальше. Вадим, я прошу вас, оставьте меня в покое. Послушайте, я ничего не понимаю. Арина. Сейчас. Ариночка, я все видел. Так. Уходите. Я беру самый банальный сюжет и… Вот он, пожалуйста. Я больше никогда не хочу вас переслушать. Вот, например, сейчас. Сейчас она будет бить посуду. Ну, давай, милая, давай. Ну. И… Ну да! Я понял. Но это отличный способ для того, чтобы смотреть такое кино. Ну так а я о чем? В моей жизни. Хороший. Красавец. Не шевелитесь. Так. Ну, да еще. Секундочку. Сейчас. Один штрих. Вот. Сударь. Прошу. Ох, ё. Ха. Ну как? Да. Это то, что надо. Благодарю вас. Ну что, халтурщик, доволен? Вполне. Позорище. Это лучший выпускник академии. Знаете, мадемуазель, по-моему, и вы здесь стоите. Если бы не твое больное сердце, я ни за что не стала бы позориться. Ну, разумеется, толкалась бы сейчас среди своих сумасшедших сюрреалистов. Это космизм. А что это за направление в живописи? Это что, искусство? Ну, непонятно, где голова, где пятая точка. Халтурщик. В общем-то, благодаря моим халтурам мы и живем. А вот вашу мазню, мадемуазель, купили, дай бог памяти, всего лишь 2 раза. И то из-за рамок. Что? Из-за рамок? Ой, ой, Володя, ой, Володь, Володенька, скорую, вызывайте скорую. Не нужно, не нужно. Сейчас отпустит уже. Сейчас отпустит. О, отпустила. Так, все, я так больше не могу. Я звоню Лёше. Ну перестань, перестань. Ну, может быть, он сейчас оперирует. Ну что там? Как всегда, не отвечает. Ну, я же говорил, он оперирует. Я тебя люблю, мой изумрудик. И я тебя люблю. Полтуреныш ты мой. Привет. Добрый день. Чувствуете? День удался. А, это потому что нашей Горгоны Витальевны не видать. Что? Простите, извините. Не нужно! Я же это самое, помочь хочу. Руки уберите. Да, говорят, в жизни нет настоящих сюрпризов. Жорик, идемте со мной. Быстро! Значит так, по инструкции все свободные интерны попадают в распоряжение старшей сестры отделения. Идемте со мной. О! Прошу. Простите, но ведь этим даже не медсестры, этим санитары должны заниматься. Ну да. Санитары, разнесите по палатам. Простите. Извините, если я вам не нравлюсь, можете этого не скрывать. Я и не скрываю. Наталья Львовна, я вообще не понимаю, как такого несерьезного молодого человека могли взять в медицинский вуз. Алексей Владимирович не допускает вас к самостоятельным операциям и правильно делает. Я поддерживаю его на все 100. Я... Судя по всему, жутко боится всего, что связано с медициной. Наташа, пойдем с нами. Заявляет, что ляжет на стол, только если его будет оперировать доктор Баженов. Да что хоть у него? Аппендицит. Боюсь, что перитонит. Времени немного. Угу. Вы позволите? Пойдемте. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Доктор Баженов. Все, все, обнял и в закат. Я люблю тебя. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Ой, я, конечно, много бездарных фильмов посмотрела, но это... Да, давно я так не смеялся. Вот фильм и закончился. Ну да. Константин Эдуардович, у нас все хирурги достойные. У вас нет причин для беспокойства. Вот, доктор Канин, один из лучших специалистов страны. Мне не нужны никакие Канины. Где доктор Баженов? Ну, мы теряем время. Ну, в первую очередь, ваше время. Вы, наверное, не поняли, кто я. Сейчас не важно, кто вы. Сейчас важно, что будет с вами дальше. Алло. Миша. Да. Извини, что опять. Слушай тебя, что случилось? Побеседуй, пожалуйста. Ну, давай. Профессор Вас, министр здравоохранения. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуй, Иван Михайлович. Прошу тебя, дай этому, короче, дай ему все, что он хочет. Ты же в этом году планируешь обновить оборудование? Ну так вот, получишь все по списку и даже с горкой. Только прошу тебя, сделай. Все сделаем. Спасибо. Ну что? Найди Баженова. А я предлагаю продолжить вечер. Знаю отличный ресторанчик. Тут недалеко, за углом. Подожди, это не у тебя телефон звонит? Да, да, у меня, но это не важно. Ну что, идем? Не знаю, не берет. Звони еще раз. На домашнем тоже никто не отвечает. Иван Михайлович, давай я сделаю эту операцию. Ну не могу я дозвониться и все. Не берет. Операцию будет Баженов делать. Звоните. Я, между прочим, с незнакомцами по ресторанам не хожу. Хорошо, Алексей. А я Аля. Вот и познакомились. Да. Так что, идем? Слушай, ну опять звонит, ответь. Прости. Да, Марин. Наконец-то. Лёш, тут ВИП какой-то тебя требует. Васильевич рвет и мечет. Да, я понял. Готовить операционную? Конечно. Да, я выезжаю. Ждем. Да, давай. Что, накрылся наш ресторанчик? Вообще-то нет. Эй, эй, ты тихо, чего делаешь? Смотри. Оп. Это для контакта. Оставишь телефончик? Спасибо. Привет, старина. Осторожно, Алексей Владимирович. О, Машдаш, телефон. А вы сегодня из-за ваших вип-капризов могли умереть. Что? Что слышали? Эту операцию мог сделать даже интерн. Скажите спасибо, что у нас в городе такси работает. Увозите его. Алло, Аль. Привет. Да, я. Ну что у нас? Ой, у Алексея Владимировича девушка. Угу. И, судя по всему, это серьезно. Я таким воодушевленным его видела только за работой. Привет, Альф. А я уже на месте. Когда ты будешь? Хорошо, жду. Да, давай. Да. Здравствуйте, это лимузин прокат. Хотели подтвердить бронь? Да, лимузин к 10 часам, к ресторану. Шампанское, фрукты желаете? Ну да, все остальное как полагается. Все, хорошо, спасибо. По полной программе. Да, 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 да. Да? Лёш, привет. Слушай, ты не хочешь сходить на выставку? Я конкретно не знаю, что там будет, но… Думаю, очень интересно. Мне друзья достали билет по большому блату. Ир, давай как-нибудь в следующий раз. Лёш, так выставка скоро заканчивается. Вот, потом как-нибудь созвонимся. Я сегодня не могу. Все, 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 пока. Лёш, привет! Спасибо. Как думаешь, казан-кебаб из домашней птицы здесь подает? Чего? Говорю, казан-кебаб из домашней птицы подают здесь? Наверное, я не знаю. Ну… Так это же здорово. Ну да, здорово. Это тебе. Я так и поняла. А ты чего? Я? Ничего. Прости, пожалуйста, я могу задать вопрос? А, ты об этом. У авария 3 года назад, ну ничего не поделаешь. Я первое время составляла хит-парад диких вопросов, типа, ты что, инвалид? Да, инвалид, а ты что, не видишь, что ли? Да нет, я не в этом смысле. Ты же врач, да, Лёш, точно, я забыла. Нет, 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 кирдык, уже ничего не поможет. Ну, Лёш, ты не страшно, ты только подумай, у скольки людей на земле положение гораздо хуже, чем у меня, так что все отлично. Угу. Выпускной курс. В следующем году буду юристом. Здорово. Ты молодец. Так что, мы идем? Я голодная. А, да, конечно. Ну, да. Только я сейчас отвечу на звонок. Да? Алло. Лимузин «Прогад» слушает. Здрасте, это Баженов. А, да, Алексей. Лимузин на сегодня я заказывал. Не нужно. Отменять? Да, отмена. Так, а... Спасибо. Ну ты там скоро? Да. Держись. Да, держусь. Оп. Слушай, здесь так вкусно. Здорово, что в ресторан, а не в кино опять. А то каждый раз приходится друзей напрягать. Принеси, отнеси, усади, подними. Еще придумай, куда эту бандуру деть, чтобы не сперли. Ух ты! Какая музыка красивая! Слушай, а потанцуй со мной. Я… Лёш, ну ты чего? Ты что, юмора не понимаешь? Ну какое потанцуй? Ладно. Ну что, будем заказывать что-то? Да. Конечно. Можно вас? Да, вот здесь остановить. Спасибо тебе за вечер, Лёш. Да не за что. Если не позвонишь, я пойму. Давай я помогу. Аль, я проведу тебя. Нет. Дальше я сама. Спасибо. Хорошо. Пока. Пока. Девчушка. Тяжело тебе, небось, с ней, парень. Но ты молодец, я так не смог бы. Вот это любовь. Привет, мам. Боже ты мой, да неужели? У тебя что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Родителей не могу проведать. А папа? А он. Нравится? Безумно. Триптих. Давно нарисовала? Лёш, ты чё? Ты же видел. Видел? У тебя что-то случилось? Не, ничего не случилось, просто не помню. Держите. Уверен? Ух ты! Лёш. Я потом заберу, да? Ты мне не нравишься. Спасибо вам. встревоженный какой-то. Что это? Сынуля! Привет, пап. Привет, Лёшка. Оцените. Хороший портрет. Думаешь? Отличный. Глаза. Ты только глянь. Лицо. Невероятно. Какая все это... Только что нарисовал. Бедная девочка. Такая молодая и ужас. Да я вообще не вижу никаких проблем. Столько случаев счастливой жизни у таких людей. А, пап. А? А? Она... Почему портрет не забрала? А? Не понравился? Как раз наоборот. Очень даже понравился. Просто сказала, что не хочет изменять, поэтому приедет, в следующий раз заберет. Господи! Ладно, я понял, что у вас все хорошо. Я пошел, пока. Что это с ним? Лех, ты больной? Кто ж тебе в таком деле советом поможет? Новое пирожное придумать? Все извилины в мозолях, а тут такое дело. Ну, Моть, ну все же. С первого класса ты из меня кровь пьешь. Ладно. Ну, инвалид, крошка. Ну, не ходит. В этом деле, брат, ноги не самое главное. Извините. Знаешь? Для дегустации все готово. Окей, зови. Заходим, ребят. Так, отстань, Лех. Все. Давай будем пробовать. Дегустировать. Пробуй. Хирург спас более сотни намибийских детей. Кто бы мог подумать? Алло. Аль, привет. Это я. Привет. Ты все-таки позвонил. Ну, конечно. А слушай, я подумал, может, мы встретимся? Можно. Завтра. Давай. Давай завтра. Да, договорились. До завтра, да. Пока. Пока. Алло, Кит, привет. Привет. Тут нужно наказать одного. No problem. Аль! Спасибо. Пожалуйста. Сейчас. Кит, мы на месте. Да, все в силе. Вот здесь налево. Парку? Да. Забавно. Что забавного-то? Забавно, потому что… О, папа! Чё, красавчик, вечерок не задался? Лёш… Все будет в порядке. Теперь тебе все понятно? Так, ребят. Вот кошелек. Здесь деньги, все, что есть. Давайте вы забираете, тихонько уходите, и мы не вызываем полицию. Не деньгами едиными, дядя. Он какая ля. Руки убери, а. Полиция! Полиция! На нас напали! Алло! Полиция! Тут нападение на людей! Поехали! Сейчас за ними! Стоять! Я имела в виду такие приключения, Кит! Ну извини, бро! Стойте! Ой! Стойте! Догонят! Догонят! Может быть, догонят? Но, скорее всего, нет. Что тебе говоришь? Все! Мамочки! Держись. Стоп! Подайся за меня. Оп. Тихо. Стоять! А ты, оказывается, мастер на все руки. Хирург. И драться умеешь. И от полицейских бегать. Да, еще я на рояле играю и рисую неплохо. У меня родители художники. Чему они только меня не учили. Разве что в балетную школу не отдали. Тихо. Ну что? О, выздоровела. В смысле? А забавно, потому что за вот этим домом моя школа. Да. А на этой прекрасной аллее мне первый раз морду набили. Внимание, патрульным 246. Вооруженное ограбление на интернете. Идем. Уходят. Да, уходят. Ушли. Ну… А ты никуда не торопишься? Я? Нет. Я тут одно место знаю. Держись. А, коляска. Потом заберем. А ты куда меня несешь? Ты часом не маньяк? Изнасилуешь, убьешь, съешь. Заманчивое предложение, но… Поздний ужин не входит в мои планы. Да и, в принципе, я после 6 не ем. Ну, слава богу. Слушай, ты так классно дрался. Я такое только в кино видела. И главное, ты практически не задействовал руки. Ну, ты их кулаками не бил. Честно, я вообще не люблю драться и бить кого-либо, а руки… Руки, да, их нужно беречь. Руки – это моя работа. А работа для меня – это не просто. Это часть моей жизни. Руки в ней – основной инструмент. Вот мы и пришли. И есть мое секретное место. У меня приблизительно такая же была реакция, когда я впервые сюда пришел. Я пришел сюда, когда, ну, лет 20 назад. Из дома сбежал, нужно было где-то переночевать. Так, я тебя сейчас посажу. Осторожно только. Хоп. Осторожно. Все, держишься? Да. Нормально? Сидишь? Отлично. У тебя что, проблемы с родителями были? Какие проблемы? Нет, мои родители, они удивительные люди. Это у меня дури в голове было много. То есть? Ну, в детстве, понимаешь, приключений хотелось. Сокровища, пираты. А родители, они не запрещали, они у меня художники. Ну, а этим все сказано. Они в художественной школе познакомились. И с тех пор вместе. Не разлей вода. Ссорятся постоянно, но только по поводу искусства. Тут чашка, чай, спички. В общем, разбирайся, а я с дровами. Ну так тебе крупно повезло. А! Повезло. Повезло не то слово. Так, держи телефон. Спички дай, пожалуйста. Вот. Давай. Даю. Спасибо. Борис Анатольевич, все готово. Можем начинать. Сейчас. Скальпель. Борис Анатольевич, давление нестабильно. Нужно начинать. Да-да-да. Сейчас. Мамочки. Я не могу. Простите. Простите. Попросите Симонова, он должен быть в больнице. Я не могу. Простите, пожалуйста, я не могу. Борис Анатольевич! Простите, я не могу! Что делать будем, Марина Витальевна? Не знаю. Смотри. Совершенно другая атмосфера. Понимаешь? Значит, ты здесь часто бываешь? Ну, не так часто, как хотелось бы. Прихожу иногда. Просто это мое место. Как будто кто-то мне его подарил. Иногда сижу, не хочется отсюда уходить. У меня тут спальный мешок даже спрятан. Двуспальный? Нет, зачем для одного? Ну как же, а если гость тоже захочет переночевать? А это хороший вопрос. Стоп. Ты хочешь сказать, что я первая, кого ты сюда привел за все это время? Да. Да ладно. Я серьезно? Да ну не верю. Ну правда. Ой, первая девушка. Для девушек и в городе полно хороших мест. Ну, допустим. А друзья? А друзей у меня не так много. И с детства только Матвей. А это другое. Это мое личное. Значит, ты безумно любил пиратов, приключения. Неужели здесь еще и клад где-то зарыт? Вообще-то да. Здесь есть клад. Да ладно. Я тебе серьезно. Покажи. Я покажу, но ты не смейся. Нет. Все. Смотри, не смейся. Но ты ж смеешься. Супер, Дмитрий Сергеевич, давайте срочно в операционную, пациент уже на столе. Уже? Да, срочно. Хорошо, вымывает. Да. Вот эти монетки, это дедушка мне подарил, так сказать, наследство. И часы вот эти. Хоть представляешь, сколько они стоить могут? А зачем? Они же у меня не для продажи. Вот это? Это зажигалка. Я ее на зуб выменял, как там Сойер. А это? Это я здесь нашел. Прихожу как-то, а он на берегу. Наверное, сам выплыл. Держи. Нравится? Нравится. Дарю. Нет, нет, ты что? Так, стоп, нет, возьми. Он твой. Он и был твой, когда я его здесь нашел. Не знаю, почему не спрашиваю. Вот так. И не смей отговаривать, просто возьми. Да, и раз я тебе свой клад показал, то должен дать монетку. На удачу. Держи. Спасибо. Не за что. Привет. Привет. Ну ты чё, ты как? Все хорошо? Весь день трубку не берешь, на связь не выходишь. Ты чего? Да глюки какие-то, все хорошо. Ты как? Ну как, ну… Не прикольно мне тут, знаешь. Эротическое настроение крепчает, гормоны, все такое. А ты не едешь? Скоро приеду, не волнуйся, успокою твои гормоны. Чё-то я не понимаю. Все же хорошо, все устроили, вот море, а ты не летишь? Что-то случилось? Дим, прости. Пара-тройка дней, и я прилечу, честно. Ладно, тогда 3 дня и здесь. Договорились. Я люблю тебя. Пока. Привет. Ань, кровь у Демченко из 5-й взяли? Взяли. Пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, Алексей Владимирович. Пожалуйста. Так, Сергеенко, понятно. Готовьте вторую операционную. Уже готова, Алексей Владимирович. Молодцы. А Боря у себя? Борис Анатольевич снова отгул взял, Алексей Владимирович. Пока. Пока. Странно. Ой. Дина, да. Подойдешь в ординаторскую, смотри вот это. Да, Лех. Привет, Борь. Как дела на баррикадах, а? Тут говорят, ты снова отгул взял? Да тут, Леш, Анжелка занята. Лето, сам понимаешь, детей не с кем оставить. А, понятно. Ради такого дела можно отгул взять. Мы тебе замену найдем. Да, Борь? Все, давай, до связи. Привет, Марин. Давай. Пока. Алло, Анжела? Да. Привет, дорогая. Привет, Маринка. Слушай, а что у вас там с Борей? Он опять отгул взял. Да. Какие у вас там форс-мажоры? Да никакого у нас форс-мажора. Ну, Машка была засопливила, но это тьфу для нас. А ты где? Я гуляю с детьми. Маргарита! А у него что? Дай ему трубочку, пожалуйста. Ты говоришь, тебе отгул взял. А, отгул взял? Да, ты в курсе? Точно, да. Пока. Алло. Ларенька, а ты где? Как это где? На работе я. Слушай, не могу говорить, меня Лёшка зовет, полно работы. Давай потом поговорим. Пока-пока. Ой, мамочки, мамочки. Интересное кино. Девочки, а ну домой быстро! Мама! Вот отсюда и до конца дежурства. Это самое. Что это самое? Ничего. То-то же. Марина Витальевна, зачем вы так? Не слишком ли строго? Хороший ведь парень. То ли еще будет. А, готовлю операционную. Отлично, Марина. Матвей, ну правда, но это вопрос жизни и смерти. Ну вот, ну что хочешь, тебе сделаю. Вот что хочешь. Ладно, Баженов. Все, отлично, договорились. Говорил. Да, давай. Жора, ты что, я не понял, ты скальпель на швабру применил? Так это самое… Что это самое? У меня операция сейчас будет. Седловидный тромб, эмблоктомия. Будет интересно. Давай, бросай ты швабру, давай со мной. Все готово, Алексей Владимирович. Отлично. Начинаем. Алексей Владимирович, это самое. А можно я? Вы же это уже 1000 раз делали. Давай, начинай. Ну смелее, я рядом. Ага. Скальпель. Молодец. Разрез хороший. И там, где нужно. Теперь возьми катетер и вводи его. Иди к легочной артерии. Молодец. Вену не проткни. Дыхание лучше. Пульс 99. Отлично. Видишь, Жор, все хорошо. Будет еще лучше. Я в правом желудочке. Отлично. Трибуны тебе аплодируют. Осторожнее. Видишь тромб? Да. Огромный. Подводи катетер чашечкой к тромбу. Осторожнее. Есть. Протри его. Теперь вводи шприц. И отсасывай, чтобы тромб вошел в чашечку. Давай, давай, молодец, молодец. Да. Получилось. Тише, тише, молодец. А теперь медленно. Осторожней. Жора, как змейку. Пульс 85. Дыхание приходит в норму. Вытаскивай катетер. Давай, давай. Вот. Получилось. Ну все. Замечательно, заканчивай. Молодец, Жор. Но объективно молодец. Все, я вам не нужен, заканчивайте. Шьем. Девочка, 21-22 года. Выпускной курс. Травма при аварии. Паралич. И что, это все? А карта, снимки? Ну да, все. Леш, ну ты же не дилетант, сам понимаешь. Для того, чтобы сказать что-нибудь более конкретное, надо обследовать человека. Ну, приводи, посмотрим. Ну, попробуй ее приведи. Извини, витаминку. Это что, уже 6 часов? Ну да. Так, я побежал. Леш, Леш! Ты где? Да еду я уже. Слушай, у вас там все готово? Все в шоколаде, не парься. Отлично, все... давай. Да, мой. Ну, я же сказал, что еду. Алло. Привет, Лёш. А кто это, простите? То есть кто? Ирина, ты что, не записал мой номер? Ой, Ир, прости. Замотался. Капец, как замотался. Да ничего страшного, я сама такая. Ты мне обещал позвонить, я ждала и вот решила сама тебя набрать. Какие у тебя планы на вечер? Вообще-то есть, Ир. Ир, у меня появилась девушка. Слушай, если я как-то дал тебе понять, что у нас, возможно, совместное будущее, то прости. Это не так. Да нет, ничего. Ты же ничего мне не обещал. Я девочка взрослая, все понимаю. Нет, так нет. Удачи. Да, Ира, и тебе удачи. Налей, как обычно. Но двойную. Так, мы уже почти на месте. Леша, а куда ты меня везешь? А эта дорога в сказку. Ну, не очень живописная, но все-таки в сказку. Я хочу сделать тебе волшебный медальон. А? Здесь вообще что-нибудь ездит? Вообще нет. Но для тебя проедет. Кстати, он уже должен быть. Сейчас. Леш! Подожди. Леш! И куда? Едет! Аля, вот! Аль! А! Ты не слышишь? Я тебе кричал. Зато я и тебе медальон сделала. Не открывай только глаза. Сейчас. Осторожно. Ой. Вот так сделай. Все. А сейчас? Нельзя, нельзя. Коляску, коляску давай. Нельзя, Аль, подожди. Не спеши. Не спеши. И... Ну куда ты? Куда ты? Туда давай. Ну а сейчас? Нет, нет, Аль. Сейчас, 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 уже скоро. Все, пока. Еще нельзя. Давай, открывай. Красота какая, Леша! Карета для настоящей принцессы. А в тыкву не превратится? Я не знаю. Можем до полуночи подождать. Спасибо тебе большое за сказку. Да не за что, да. Алька, слушай, я все хотел тебя попросить. Ты можешь дать мне свою историю болезни посмотреть? Аль, ты чего? Ты думаешь, эта тема обеспечивает мне прилив позитива? Нифига! Ни разу я это пережила, я забыла. Я такая, какая я есть. Тебя что-то не устраивает? Устраивает? Но просто… Что просто? Так, останови трамвай. Где моя коляска? Аля, Аля, успокойся. Я остановлю трамвай. Я отдам коляску. Я отвезу тебя, куда только пожелаешь. Но, пожалуйста, не спеши. Прости, останься. Я прошу тебя, останься. Ты баран. Да, баран. Я даже справку могу себе выписать. Я прошу тебя. Никогда не спрашивай меня об этом. Иначе, честное слово, оборву все контакты. Ты хочешь этого? Нет. Нет, не хочу. И я не хочу. А медальон-то? Классный получился. Привет, Борь. Как на работе? Что на работе? На работе как на работе. Рутина. Рутина. Да. Рутина, она ж такая. Да, такая, да. Где ты был? Не понял вопроса. Я не поняла ответа. Тобой не пахло на работе. Где ты был? А какое твое дело вообще? Ты не был на работе. Где ты был? Я… Да, не был. И что с того? Я работаю, кормлю, я мужчина, в конце концов. Я лучше знаю, что и как. Ясно? Ясно. Мне все ясно. Анжела, подожди. Не разбуди детей. Мамочки, мамочки. Прости, дурака, ну я виноват, ну Анжела. Анжела! Анжела, это что? Папа, звонок! Это мама пришла! Анжела, я открою тебе сейчас. Я такой уже надумал. Привет, Борь. Леха. Помоги им. Мамочки, Анжела меня убьет, когда узнает, чем я их кормил. А это тоже есть? Да, да, будешь. Так, собрала вещи и уехала. Даже зарубок не оставила. Который раз звоню вне зоны. Подруги не в курсе, теща тоже. Еще и выходные. Я не знаю, что с ними делать. Сейчас покормлю и… Лёш, что мне делать? Ладно, возьму на работе отгул. Так, отставить. Никаких отгулов. Ну, ты мне нужен сегодня. Так. Берем детсад твой, едем в больницу. Да? Папки на работу. Девчонки там за ними присмотрят. Так. Да. Ну а дальше решим. Так, Маргариточка, заходим. За столом, за пару. Так, заходим. Лёнечка. Все, сюда вместе стоимся. Маша, никуда не бежим. Так, дети, папа скоро вернется, так что ведем себя хорошо, поняли? Дети, так, слушайте. Тетя, рыжика возьми. Держи. Удачи. Побежали! Скорее, а ну стойте! Куда вы побежали? А ну-ка сюда! А ну пусть меня! Дима, отдай тете таблеточки. Нет, это мое, не дам. Тетя тебе оскорбленок не даст. Поменяемся, хорошо? Сейчас, тетя. Ну-ка, стой! Оскорбленку. Да, Анжела, у нас все хорошо. Гостить мне приехал, да. Но у нас все хорошо, да. Мы справляемся. Сори, но у меня операция. Да, я побежала. Что происходит? Маме. Хорошо. Мама, скоро придет. Все будет хорошо. Да, сейчас мы пойдем. Да, девочки, куда? Ой, так, пошли. Подпиши. Пошли. Леша, не могу. Давай, Борь. Давай, ты это 1000 раз делал. Давай. Ох, мамочки, мамочки. Мамочки, мамочки. Нет. Лёш, не могу. Боря! Не могу, Лёша. Боря! Скальпель. Привет. Я Жорик. А тебя как зовут? Я Маргарита. Я тут хожу и ем бумажки. Хочешь? Ух ты! Я? Как же? А что это анализы? А давай, знаешь что? Давай соберем твоих братиков и сестричек вместе. Давай. Да? Вот один. Привет! Так, у меня есть идея. Давайте, пошли. Давай руку. Давай. Пошли. Так, я не поняла, что здесь происходит? Там Жорик с малышней. Честно говоря, если бы не он, то ой, было бы. Дети от него в восторге, он от них. Да. Сказки на ходу им сочиняет. Честно говоря, я даже предположить не могла. Да. Я тоже. А тут идет господин Физрастворыч. Ногами грохочет, руками стучит. Где спряталась эта наша стакаша? А стакаша на солнце. Стакаша на солнце сидит и смотрит сверху на Физрастворыча. И говорит: не достанешь, не достанешь. И получилось это, она выиграла такая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А Физрастворыч проиграл и на склад опять попал. А стакаша молодец. Тут и сказочки конец. Ля-ля-ля-ля. После 40 жизнь только начинается. Боря. Только вот заканчивается она в 44. Боря. Ну почему бы и нет? С другой стороны, пенсия. Борь, ты чего? Да перестань ты. 44 – это для мужчины, а для хирурга это вообще рассвет. Это вторая молодость. Кому вообще в голову придет тебя на пенсию отправить? Придет. И правильно. Кончился хирург. Борь, да что, ну что за бред? Ну перестань. Ну что значит кончился? Я вообще не понимаю, откуда это у тебя в голове, откуда эти мысли? Сколько хирургов-легенд за полтос? Тебе, а? Ну, Борь. Потому-то они и легенды, что мало кто оперирует в старости. Боря, ты что, больной? У тебя руки дрожат. Подлечим. Пройдешь обследование. Никакого обследования я проходить не буду. Это позор. Ты меня знаешь, я на это не пойду. Уж лучше пенсия по выслуге лет, чем позор. Так, Боря, ты главное, не неси чушь. С Анжелой. Мирись. С остальным разберемся. Мамочки, мамочки. Слушай, я, конечно, не спец в этих вопросах, но мы недавно проходили это на парах в институте. А именно? Ну, друга твоего, мамочку, так накрыло просто после того, как ему сказали о пенсии. Ага. Вот теперь он боится совершить ошибку. Это называется атихифобия. Чего? Патологически необоснованный страх перед неудачами. Ага. Ну да, никаких физических нарушений не было. Так и что делать? Как ему помочь? Нужно заменить эмоцию страха на какую-то другую, более сильную эмоцию, но придумать несуществующую проблему. Сечешь? То есть сделать так, чтобы он думал о чем угодно, только не об операции, которую он сделает на автомате. Теоретически, да, но практически нужно придумать. Алька, ты просто гений. Стоять, стоять, стоять. Алло. Алло, День, привет. Привет, красавица. Ну что, когда вылет? Скоро. Отлично. День, у меня к тебе будет просьба. Поможешь? Ну, конечно, Саш. В чем вопрос? Говори, что нужно делать. Топка. Пробуй. Это самое. Что это самое? Давай. А! Отлично. Уходим. Ага. Так, все за папой. Аккуратно, аккуратно. Так, Машка, а ну-ка. Мы опять увидим Стаску. Идем, идем. Идем. Маргарита, лисенок, не отставайте. Леню, Леню не забудьте. Можно ходить всегда. Значит так, Жор, дети на тебе, я переодеваться. Марина в операционную. И Михалычу скажи, чтобы все начинало. Хорошо. О, Борь, пошли быстрее. Давай, давай, давай. Быстрее. Давай, Борь, давай. Леш, ну подожди, ну. Да мы опаздываем. Потом разберешься. Давай быстрее. Давай. Колет что-то. Потом, потом. А вот, друзья, и наши герои. Операцию проводит ведущий специалист хирургического отделения доктор Канин. Ассистирует зав. Хирургии доктор Баженов. Позор, говоришь, хуже всего? Вот он твой позор. Дерзай. Красиво. Дальше не думай. А вот сейчас, друзья мои, мы увидим фирменный разрез доктора Канина. Давай, Борь. Скальпель, доктор? Скальпель. Да что там? Леха, как ты… Это не я. Это космос. Зажим? Правильно, маэстро? Зажим. Дерзай. Привет, Аль. Все получилось, так как ты говорила. Не поверишь. Ура! Я предлагаю встретиться, отметить. Только место выбираю я. Что скажешь? Хорошо. Тогда договорились. Пока. Пока. Вот здесь. Здесь? Да, тормози. Там кнопочка справа. Сейчас. Неплохой дом. Это моих знакомых. Хорошие у тебя знакомые? Ну, да. Давние. Давние. Понятно. Ну что, на улице? Все готово. Здорово, спасибо тебе. Слушай, а можешь достать из холодильника фрукты? Там клубника должна быть, виноград. Ага. Ну так что, мамочка? Мамочка! Мамочка! Идет и, ай, мамочки, мамочки, что же делать, мамочки, мамочки, а потом спокойно сбрасывает тапок с левой ноги, уверенно делает разрез и все. Операция прошла успешно. Человек спасен. Ну ты, Алька, ты гений. Да, я просто лекцию вспомнила. Жаль, что тебя там не было. Слушай, а ты бы не мог принести тарелки? Мы бы клубнику разложили. Они там. Там? Да. А где именно? А там слева стеллаж. Вторая полка. Зеленые такие. Заведуешь отделением. Ты, наверное, классный хирург. Ну, на самом деле нет. Не все так радужно. Почему? Ты что, много пациентов не спас? Это тоже. Просто как-то из-за глупой самоуверенности сделал человека инвалидом. А как? 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 Я был молод. Но мне уже серьезно доверяли. Уступила девочка. Я, если честно, ее толком даже и не видел. Так, плановая операция. И что? Можно придумать любое оправдание, но… виноват только я. Случайность, да, но… из-за моей глупости и я не был к ней готов. Она до сих пор у меня перед глазами, эта девочка. Хоть я ее толком и не видел. И лица не помню. А что сейчас с этой девушкой? Я не знаю. Но простить себе не могу. Никогда не прощу. И давно ты с этим живешь? – 10 лет, 2 месяца и 14 дней. Слушай, ладно. Какие тарелки там надо взять? А? Зеленые, я же сказала. Человека инвалидом. Сделала человека инвалидом. Сделала. Но виноват только я. Но виноват только я. Но виноват 10 лет. 10 лет. 2 месяца. 14 лет. 2 месяца. 14. А какие именно тарелки? Потому что здесь есть глубокие, средние, плоские. Аль? Бери все, я выберу. Ну хорошо, все. Значит, все. Пожалуйста, оставь их, они нам не нужны. Аль, ты чего? Аль! Ничего, все хорошо. Ты иди чего? Сюда, Леша. Все нормально? Успокойся ты. Все нормально. Да. Да? Все нормально. Что? Нет, пожалуйста, оставь, не нужно. Поехали во двор. Ты уверена? Да, да, поехали. Ну там… Ну ладно. Все хорошо, только успокойся. Дети, тоже там осторожно. Проследите за… чтобы ничего не разбилось. Их ты. Хорошо. Боря, значит так. Офис раствор. Пришла Анжела. Быстро идите миритесь. Смотри. Бегом. Да? Мама. Да, да. Мама пришла. Мама пришла. Быстро все встречать маму. А ну-ка, 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 кто первый маму обнимет, тот молодец у нас. А ну-ка, 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 побежали, побежали. Мама, я так заскучилась. Иди сюда, иди сюда. Маша. А вы сказку смотрели? Мама, Маша, дайте мини-пёси. Прости меня. Я не должен был тебе врать. Это ты меня прости. Я подумала, что ты… Идем. Быстро все в кафе мороженое. Пойдем, пойдем. Кто хочет мороженое? Можно? Давай. Пойдем, пойдем. Из стетоскоп. Доктора будешь. Давай, пока. Знаешь, мне всегда казалось это несправедливым. Мама умерла при родах. Я знаю ее только по фотографиям, потому что мне о ней отец с братом рассказывали. Но я ее чувствую. Она разговаривает со мной, я отвечаю. Здорово. Это здорово. Получается, тебя отец воспитал? И брат. И не только воспитали. В смысле? Всю жизнь мне отдали. Отец точно. Здорово. Что здорово? Что ты заладил с этим словом? Ты других не знаешь? Аль, я что-то не то сказал? Прости, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Делать… делать с чем? Неважно. Давай просто посидим. Вообще понимать. Ты не прилетаешь, как обещала. Зачем тебе ключи были от моего дома, тоже не говоришь. Что это за секреты? День, прости. Я тебе потом все объясню. Да нет, Саша, ну это как-то ненормально, ты понимаешь? Это просто подстава, что ты меня одного тут взяла и кинула. Ты собираешься прилетать или нет? Возьми и скажи, давай будем честными. Да не волнуйся, приеду я скоро. Слушай, что случилось? Ну просто, блин, я скучаю объективно. День, все хорошо. Не беспокойся. Саш, ну я надеюсь, правда все хорошо, потому что у меня как-то сердце не на месте. День, все хорошо, не бери в голову. Ладно. Я люблю тебя. Пока. Ну все, пока. Привет, бельчонок. Можно? Привет, пап. Заходи. Это вот тебе. Спасибо. Ну что, как работалось? Да, нормально. Че там, такси, что? Заказов маловато, а так. Денис звонил, искал тебя. Я знаю. Отличный парень. Я знаю. Угу. Пап, ты чего такой? Что-то случилось? Нет, со мной… нет. А вот скажи мне, с тобой-то все в порядке? Нет, послушай, просто у меня сердце так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Пап, да что вы все сговорились? Ну, хорошо у меня все, хорошо. Ладно? Да? Ладно. Доча, ты тут пока, да? Будешь, да? Ну, отдыхай. Отдыхай. Шедевр. Сам Мане не отличил бы. Ну, всем шедевром шедевр. Господи, ты хоть бы людей постыдился. Где Мане, а где это? Знаешь, если тебе не нравится мой Мане, то давай разведемся. Давай. Давай. Родители, Лешка. Опять разводитесь, да? Господи, мадемуазель, вы за портретом. Так, пап, мам, познакомьтесь. Это Аля. Это, то есть? Знакомьтесь. Господи, ну наконец-то. Это. Какая же ты красивая. Спасибо. А я Ольга Витальевна. Очень приятно, Ольга Витальевна. Сын. И мне. Ну, Леш. Ты настоящий муж. Спасибо, пап. Только один вопрос. Да? Можно? Извините. Рожать-то девочка сможет? А, я так понимаю, что вы разбираетесь в живописи? Конечно, безусловно. Да, немного. Немного? А дети будут здоровыми? Слушай, да. Это уже второй вопрос, мам. Можно сказать, да. Прекрасно. И ответ, конечно. Я люблю тебя, сынок. Пойдем, а зарисовать ее будет. Ну? Это Мане. «Утро на сене». Замечательная копия. Боже! Солнышко! Ты слышала? Так. Ну-ка, поехали со мной. Сын, ты счастливый человек. Спасибо, пап. Ты тоже. Ты хоть знаешь об этом? Ну, что ты на это скажешь? Ну, это… как вам сказать… Это здорово. Что? Ничего в этом не понимаешь? Ну… Нет. И не надо. Я потом объясню. А можно вас на минуточку? Поехали. А вы всех девушек, с которыми вас Алексей знакомит, так тепло принимаете? Всех девушек? Смеешься? Ты первая, с кем нас Лешка познакомил. Отчего ты думаешь, мы оба на радугу запрыгнули? Да не может быть. Дочка, у нас все честно. Всегда. Вот такие мы идиоты. Полетели! Пошли, 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 пошли. Леня! Так, дети, не отставайте! Леня! Так. Леня, выдалась тебе именно эта черепаха. Давай чашку. Спасибо. Алло? Подождите, подождите, пожалуйста. Я на секундочку. Да? Это важно. Хорошо. Помочь? Нет, спасибо. Далеко не забегайте, там дорога. Леха. Алло, да. Горяченкова Александра Андреевна. Да. Горяченкова Александра Андреевна, 12 лет, осложненное повреждение спинного мозга и связочного аппарата. Да, я уверена. Я отменяю бронь, я никуда не полечу. Все хорошо? Спасибо. Сюда. Идемте, идемте со мной. Быстро ко мне. Никит, идемте. Ваня, Анжела. На, держи. Держи, говорю. Все слушай маму. Все слушай маму. Ох, мамочки. Хорошо. Боря. Боря! Вот. Ох, мамочки, мамочки. Что делать будем, Боря? Я не знаю. Не знаю. И как вы думаете, что он сделал? Он подарил этому мальчишке свой велосипед. Но ему-то ведь тоже нужен велосипед. И что? Мне пришлось писать 2 картины на заказ. Боже мой, как ты перетрудился. Да, Иван Михайлович? Так. Ну, а позже нельзя? Я ж тут занят просто. Боюсь, что нет, Леша. Ты должен будешь приехать прямо сейчас. Я понял. Хорошо, еду. Да. Вызывают. Прости. Едет. Ох, мамочки. Но я вернусь. Так что вы тут продолжайте пить чай. А? Я мигом. Почему вы не едите печенье? Вот очень, очень. Вы себе не представляете, насколько это вкусно. Ты будешь? Нет. Чего? И это. Ой. Аль, только не позволяй маме себя рисовать. Особенно портрет. Да, да, давай. Привет. Что за шум, а драки нет? У тебя же выходной, Борь. Да, но… Леш, послушай. Помнишь, ты говорила о проблемах девушки-инвалида? Так уж получилось, что мы… Ну, мы узнали, что ты с ней встречаешься. Да, встречаюсь. Ну, совершенно не важно, какие у нее проблемы. Да это даже не проблемы совсем. Мы сами совсем разберемся, я уверен. Нет-нет, все хорошо, Леш, ты молодец. Но ты хоть знаешь, как ее зовут? Аля. Аля, и это все? Ну, Алевтина, Альбина или, может быть, Александра. Ну, не знаю, может быть. Вы будете смеяться, но я даже не спросил. Да какая разница? Есть, Леша, разница, к сожалению. Что? Алексей Владимирович, да, Марина? Обратите внимание, девочке 12 лет, упала с велосипеда, защемление нерва. Да это все понятно, Марин, но я это сделаю за 5 минут, плевое дело. Есть какие-нибудь посерьезнее? Это правда, это какой-то детский сад. Что за детский сад, о чем речь? Ну вот, детский сад, посмотрите, ну правда, Иван Михайлович. Девочка, защемление нерва, сдвижение позвоночника, плевая операция, тьфу и забыли. Я ее сделаю за 5 минут, вот гляньте. Можно мне еще одну плановую сегодня? Леш, ты талантлив до безумия, да, профессию знаешь неплохо, но нельзя к простому случаю относиться как к детскому саду. Ну, каждая операция – это как последний бой, такой закон. Да, это все понятно, ну правда, но тут плевое дело, сделаю за 5 минут. Тихо-тихо. Можно мне еще одну плановую? Ты к девочке заходил, познакомился с ней? Зачем? А карта мне на что? Марин, я нищенко оперирую в 15. Перепиши на доктора Баженову эту операцию. Я кого-нибудь другого себе найду. Конечно, Иван Михайлович. Подожди меня здесь. Так. Класс. Хочу представить вам хирурга, который будет оперировать вашу дочь. Ага. Алексей Владимирович Баженов. Иван Михайлович. Да. Все-таки операция – дело серьезное. А не слишком ли молод врач? Я согласен с вами, молод, но, уверяю вас, ваша дочь в надежных руках. Да? А доктор говорит… Зачем вообще кому-то кататься на лыжах? Можно сесть дома, в уютной кухне и спокойно ломать свои колени молотком. Ножик. Ну а что ты так далеко стоишь? Я не кусаюсь. Подходи ближе, так же ничему не научишься. Сейчас маску надену. Давай, давай. Господи, Галя! Леша! Что же теперь будет? Горяченкова Александра Андреевна, 12 лет, осложненное повреждение спинного мозга и связочного аппарата в результате неудачного хирургического вмешательства. Доченька! Ты что наделал, гад? Тихо, 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 тихо! Тихо! Леша, Леша. Я даже слышать не хочу. Это все отговорки. Это могло случиться с каждым. Иван Михайлович, я человека сделал инвалидом. Инвалидом. И виноват только я. Ну, виноват, виноват. Кто спорит? Но это не повод уходить из профессии. Ты и я прекрасно это знаю. Станешь классным хирургом, который спасет не одну, не 100 и даже не 1000 жизней. Так. Скрипя зубами. Изо дня в день эту истину нужно постигать. Иван Михайлович. Послушай, процесс будет громким и долгим. Продолжать работать в БСП тебе не стоит. Есть и другие места, где ты сможешь прийти в себя и продолжить практику. Мои друзья, польские врачи, организуют лагерь Красного Креста в Намибии. И хорошие хирурги им всегда там нужны. Африка? Африка. И там тебя, сынок, очень ждут. А дальше? А дальше не знаю. Жизнь покажет. Брат, отец. Можно было и догадаться. О чем ты думаешь? Можно, нельзя? Какая теперь разница? Леш, так она знает, что ты это… ты. Нет. Леш, ты нас извини, но мы обязаны были тебя предупредить. Но в остальном тебе разбираться самому, увы. Да. Спасибо, Иван Михайлович. Спасибо, Борь. Алло, Лёш. Да. Ты где пропал? Мы же тебя ждали. Случилось чего? Лёш, мы увидимся сегодня или как? Я уже на месте. Сейчас. Сейчас приеду. Хорошо, жду. Е8. Мимо. F4. Мимо. М2. Мимо. А3. Мимо. Здрасте, девочки. Так. Д2. Мимо. Надо было по-другому. Доктор Клёмин, мимо. Ответьте, пожалуйста. Что ж такое? Да, сейчас. С2. Мимо. Центральная больница скорой помощи, приемное отделение. Е5. Ну? Понял. Что случилось? Ну, что молчишь? Убила. Поздравляю. Лёш, Лёш, а я тебя жду-жду. Случилось чего? Аль, это я тот хирург. Это я. Ты не можешь ходить из-за меня. Вспомнил. Вот я тебя, Баженов, на всю жизнь запомнила. Аля, Аля, подожди. Я все исправлю. Правда, исправлю. У меня есть деньги, у меня есть друзья. Они по всему миру, они прекрасные врачи. Еще есть возможность. Они помогут. Помогут? Да. Баженов, не нужна мне твоя помощь. Она была нужна той 12-летней девочке. Так я пытался. Я правда пытался. Пойми, ну что я мог сделать? Я был молод, я ничего не умел. А родители твои, они не дали возможности. Оставили бы тебя в больнице. Родители мои не дали возможности? То есть тебе мой папа помешал, мой брат помешал, да? Звонят тебе, Баженов, возьми трубку. Еще кто-то хочет коллегой стать. Зачем ты так, а? Мне правда нужно ответить. Да, Марин? Алексей Владимирович, у нас аврал. Яна Гонщик снес остановку недалеко от нас. Сколько пострадавших? Нет, не знаю, но похоже очень много. Алексей Владимирович, есть тяжелые, даже критические. Мы вызвали подмогу. Алексей Владимирович, все, ждем. Я понял, я выезжаю. Аль, мне нужно ехать. Мне правда нужно ехать. Езжай, езжай, наш с тобой разговор закончен. Нет, не закончен. Мы еще поговорим. Аля. Я у вас отменяла заказ на билет, он мне нужен на завтра. Горяченкова Александра Андреевна. Черт. Есть. Быстро. Давай сюда. Марина, как обстановка? Спина, шея, живот. Давление 80/60. Как себя чувствуешь, красавица? Хреново. Понятно. Где Боря? Во второй, забывается. Вторая операционная готова. Быстро к нему. Ужасная авария произошла буквально час назад в самом центре города. Не справившийся с управлением водитель находился в нетрезвом состоянии. Доча, он вылетел на что? И врезался в заполненную там остановку. Митька в гости звал. В грозился потом по домам всех развести. Может, поедем? Данным полиции, хорошо. Ранее неоднократно привлекался за нарушение правил. Ну да, правильно. Чего дома-то зря сидеть? Хорошо. Нормально? Да. Скажите, Владимирович, прошу. Голова не кружится, нет? Нога. Болит, да? Сейчас я поднимаю. Черт. Тканину в очередь. Можешь подождать. Марина, что здесь? Разрыв мягких тканей, голени, закрытая травма грудной клетки. Кто свободен? Только вы. Понятно, я беру третью. Сыто, тяжелый, внутреннее кровотечение. Рефлексы отсутствуют. Спинномозговая. Рапорез. Уходит. Черт, я знаю. С двумя не справлюсь. Алексей Владимирович, я справлюсь. Я смогу. Две операционные свободны. Отлично, Жорик. Девчонку в третью. Давай. Леша, Георгий Александрович не делал таких операций. Вот ты ему и поможешь. Под мою ответственность. Чего ты стоишь? Иди делай. Даша, за мной в шестую. Хорошо, быстро. Иди. Откачиваем, Наташенька. Быстрее. Вот, левее. Сигнала нет, Алексей Владимирович. Разряд 200. От стола. Зашиб зубатый быстро. Зашиваем. Давление падает. Знаю, зашим. Зашим здесь не подходит. Девушка умирает. Делай, что я говорю. Быстро! Кровотечение не останавливается. Я вижу. Зажим. Пульса нет, дыхания нет. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ее спасли, Георгий Александрович! Да. Спасли! Да. Спасли! Да, да, да. Ничего. Алексей Владимирович. Разряд! Ну он же… Разряд, что стоишь? Руки! 250! Быстро! Прости, парень. Время смерти 23:06. Саша, у тебя все в порядке? Да, конечно. Точно? Эй, маленькая. Просто задумалась. Нет, Саш, правда, ничего. Если что-то случилось, ты только скажи. Пап, все хорошо. Ну, смотри. Послушай, Аля, мы же… Мить. Прорвемся. Что здесь? Множественные переломы ребер, открытый пневмоторакс. Первая помощь оказана. Только первая помощь при таких переломах? Почему? Его последний привезли. И что, какая разница? Доктор, это тот пьяный гад, который сбил людей на остановке. И что? Ничего. Собственно, ждем, когда сдохнет. Доктор Гремин, обо всем, что я думаю, я с вами поговорю позже. Алексей Владимирович, я не могу больше здесь. Что ты не можешь, помогай. Но я… Давай нам людей спасать. Хорошо. Доктор, вы, наверное, чего-то не поняли. Это вы не поняли. Ну. Ну все, успокойся. Успокойся. Да, иди на ручки. Ищите кого? Да, девушку. Правда, я не знаю, в каком подъезде она живет. Может быть, вы знаете? Аля. Точнее, Саша Горяченкова. Я по фамилии никого не знаю. Мы только переехали. Да? Понятно. А вы вот у старика спросите. Спасибо. Вечер добрый. Добрый. А какая у вас красотка-то? Как слоешь. Трех жен поменял, а моя куколка осталась со мной. Может быть, вы знаете, девушка, инвалид, в вашем доме живет? Инвалид? Не знаю. А это откуда у вас? А? Соседская девчонка балуется. Какая девчонка? Андрея Васильевича. Дочка. А вот они подъезжают. Можете сами спросить. Марина Витальевна, я… это самое… Блин, дебил. Какое это самое? Я вас люблю. Марина Витальевна, я вас… это самое… Блин! Опять это самое… Всего доброго, хорошего дежурства. До свидания. Это самое, вы не видели Марину Витальевну? Она ушла. Давно? Да. Только что. Угу. Завтра выходите по графику. Хорошо? До свидания. Да, спасибо вам большое. Доброй ночи. И вам доброй. До свидания. Марина… Это самое. Аля! Ах ты! Подождите, дочка. Подождите, не трогайте его, я сама разберусь. Что это значит? Ты можешь ходить? Да. Еще бегать, прыгать. Но как? Мне это… Знаешь, чего это стоило мне? Саша, ему сейчас так… Подожди, пожалуйста, подожди. Это вот мой отец. Ты помнишь его? Знаешь, через что он прошел из-за меня? Он кондитером хотел быть, пироги выпекать. Он деньги на свое дело копил. Маленькую фабрику открыл. Рецепты там вкусные придумывал. Торты, пирожные пек. Помнишь, пап? А из-за тебя 10 лет назад он все это продал и похоронил свою мечту. И сейчас он работает простым таксистом и водку втихаря хлещет. Доча. Да, пап, прости, я знаю о твоей заначке. А это мой брат. Он все эти годы горбатился мне на лекарства. Да ладно, но я… Он на ребенке экономил. На ребенке, а ты спокойно жил. Да ты ведь даже не знаешь, через что я прошел. Я жил в операционной палатке, я сутками там оперировал, чтобы искупить свою вину перед тобой. Перед тобой той, какой ты была. Но только ничего не могло заглушить мою боль. Она вот здесь. Вот здесь. Плакала и кричала та маленькая девочка. Каждую секунду, каждое мгновение, все мое существование, даже во сне. Да ты хоть спала, я все эти годы не могла глаз сомкнуть без лекарств. Я в 18 лет, в 18, вернулась домой, ты сечешь, ты у меня детство украл, на, смотри, руки. Это было безумно больно. Знаешь, мне тоже да было тяжело. Заткнись, я тебя ненавижу. Саша. Подожди. Я не искала с тобой встречи. Ты сам приперся в этот проклятый кинотеатр, да кто тебя туда звал? Я же хотела, чтобы ты меня просто узнал. Оттого и взялась эта инвалидная коляска. Но ты меня не узнал. Да как я мог провести, черт побери, эти параллели? Я просто влюбился в тебя. Доченька, идем. Саша, Сашенька, пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем. Влюбился, значит. То есть все-таки что-то у меня получилось. Только вот я тебя, Баженов, не люблю. Нет, это неправда. Нет. Правда, у меня есть парень. Я к нему завтра улетаю. Вот его я очень люблю. Я с ним сплю и спала. Первых между нашими с тобой. Свидание. Нет, это неправда. Да живи, Баженов. Живи, работай. И знай, что мне на тебя наплевать. Папа, пойдем. Аля, постой. Вали отсюда. Подожди ты. Вы же слышали, она не хочет вас видеть. Вы 10 лет назад появились в нашей жизни и изменили ее кардинально. Пойдем. Аля. Ты что? Ты уходите. Вы слышали, у нее есть парень. Этот парень нас устраивает. Отличный парень. И оставьте нас в покое. Пойдем. Валь, да я ему... Пойдем, уходите. Валь. Идем. С вами все в порядке? тебе за вечер даже. Если не позвонишь, я пойду. Ты где? Все, стоп. Ты чего, что-то не так? Нет. Тебе лучше уйти. Это шутка такая? Нет, я серьезно. Одевайся, я вызову тебе такси. Коловоротная 9. Да ты больной, тебе лечиться надо. Привет! Привет, девчонки. Эй, красотка, ты чего? Да нормально все. Угу, да ладно. Ну что, не видим? Ладно, подтягивайся. Привет. Привет. Ну? Что ну? Саша, как это что? Я как баран торчал там 1,5 месяца. Ты не звонишь, не пишешь. До тебя дозвониться нельзя. Что происходит? Я тебе должна что-то? Не расплатилась с тобой? Хорошо, пришли счет. Саш, погоди, ты… Малыш, ты… Прости, пожалуйста. Слушай, не трогай меня, пожалуйста. Карцинома сигмовидной кишки. Скальпель. Чего стоим, работаем? Наташенька, на 14:30 у нас Собиненкова с язвой желудка, оперирует доктор Симонов. Хорошо. А, да, на 16:00 Колесникова с травмой живота. Ну, Колесникова беру на себя. Угу. Георгий Александрович? А? Да. Вы молодец. Вы правда молодец. Простите мне мои выходки и что я сомневалась в вас. Марина Витальевна, я это самое. Может, сходим куда-нибудь в парк после смены? Просто в парк и все. Я с удовольствием. С огромным удовольствием. Вот это моя домашняя работа. Я считаю, что мера пресечения в виде заключения под стражу не обоснована, и прошу заменить ее на подписку о невыезде сроком в 1 месяц. Ну, замечательно, спасибо. Спасибо. Саша. Что? Вас будто подменили за это лето. Нет прежде выделяющего вас энтузиазма, ни огня. Внешне вы, безусловно, а вот внутренне. Простите меня, мой вопрос. Сашенька, у вас все в порядке? Я об этом говорю. Вот. Полевая сфера личности часто проявляется, когда наши специалисты изучают трудности и испытания. Все в порядке. Ты думаешь, я могу? Давай слушай дальше. Да. А вы помните, как мы в первый раз с вами увиделись? Нет. Как же? Ну, я тогда еще студентом был в этом, санитаром в травматологии. Бегу такой с 4-го этажа вниз спускаюсь, а вы мне навстречу поднимаетесь. Правда не помните? Нет. Ну, мы, значит, на площадке 3-го этажа пересеклись, вот перилом так прижались, ну и вверх пошли. А там что-то... Торчало что-то, вы юбкой зацепились, и юбку прям до сюда, ну вот прям до сюда вот и порвали. И правда не помните? Нет, не помню. Стоите, глядите на меня и говорите, ну, и что теперь делать? Я такой, ну, это самое, другое что-нибудь надеть. Вы это самое, говорите, ну давай, снимай свои штаны, их надену. Я начинаю снимать свои штаны. Дурачок! Да, именно так вы мне тогда и сказали. Не может быть. Ну как не может? Было? Значит, это была не я. Ну как не вы? Разве вас забудешь? Я тогда на лестнице в вас и влюбился. Жорик, это самое, давай, может, на «ты» перейдем? Ну, хотя бы не работай. Давайте. Это самое, давай. Доброе утро. Люди! Да что случилось? Вы знаете что? Что? Что вы не поверите? Ну что? Да что случилось? Шо-шо-шо? Алексею Владимировичу премию дали! 10 лет назад доктор Алексей Владимирович Баженов записался на работу в Красный Крест. Он успешно трудился в Африке, Намибии, Гамбии, Камеруне. А что это ты там за пургу смотришь? Ты знаешь этого врача? Знаю. Прикольно, и кто он? Слушайте, да какая вам вообще разница? Офигеть! Что это с ней? Не знаю. Звезда. Аль, потом. Посмотри на нее. На его счету не 1 сотня спасенных жизней. О чудо-докторе Баженове в тех местах до сих пор ходят легенды. После работы в Африке Алексей Владимирович вернулся, Саша, в родной город и в родную больницу. Его учитель, профессор Иван Михайлович Васильевич, к тому времени возглавивший БСП, доверил ему отделение. И не прогадал. Сегодня хирургическое отделение БСП одно из лучших в стране. И вот, можно сказать, награда нашла своего героя. Иван Михайлович, как вы прокомментируете премию, которую получил ваш ученик? Международная премия «Профессия жизнь» ежегодно вручается выдающимся хирургам за их вклад в дело мира. Доктор Баженов именно выдающийся хирург и специалист высочайшего класса. Наша больница горда тем, что в своей обойме имеет такого мастера. Спасибо. И вам спасибо. осторожно. Лёш, все нормально. Сервировка. Мамочки, хорошо-то как. Хорошо. Осторожней с мясом. Осторожней, осторожней. Чего не было? Ложка лишняя здесь. А у нас новая партия. А? Давай, давай. Это так, ну, будет песня. Вы скоро уже? Скоро. А где уже? Дети, слушайтесь дядю. Ой, Марина Витальевна, извините. Ничего страшного, Георгий Александрович. Лёш, поздравляем. За тебя. Поздравляем. Спасибо. Иван Михайлович. Держи, Борь. Ага. Да. Может, помощь какая нужна? Спасибо, Лёш. Мы с Борькой справимся. А ты иди отдыхай. Ты сегодня у нас звезда вечера. Давай, давай. Много не пейте. Я сейчас приду. Алексей Владимирович. А у нас первая партия. Саш, что происходит? Блин, я что, с тенью говорю? Саша, послушай, если что-то произошло, объясни. Я же вижу, я что-то чувствую. Ты страдаешь, и страдаешь явно не по мне, верно? Да. Значит, ты меня больше не любишь? Нет. Прости. Офигенно. Офигенно. Класс. Ну и кто он? Ты его не знаешь. А, тогда почему ты не с ним? Он обидел тебя? Он не способен. На что? Прости. Саша. Саша. Не нужно меня провожать. Алексей Владимирович, Лёшка, друг мой дорогой, как принято говорить, хорошему человеку сам Господь славу поет. А таких хороших людей, как ты, я в своей жизни встречал нечасто. О, началось. Завелся. Любимая мужа, не перебивай. Итак, я продолжу. Руки и сердце у тебя золотые, а главное, твои премии и награды – это люди, которые после встречи с тобой здоровыми жить продолжают. А все то, о чем ты сейчас думаешь, все наладится, непременно. За тебя, сынок. Ура! Да! Ура! 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 Эй, Лёшка, куда? Ура! Да сейчас вернусь. Отдыхайте. Марина Витальевна. Хорошо. Я Лёшку таким убитым в жизни не видел, а мы с ним из песочницы дружим как-никак. Может, у него с той девочкой что-то не вышло? Знаете что? С какой девочкой? С той самой. И не сложилось у него, ребята, не то слово. Ну давай, Борь, говори. Да. Да мы все здесь для Лёшки. Давай, говори. Ах, мамочки. 10 лет назад. Помнишь, Марин? Бутылки уже в шкафу нет. И больше не будет. Честное слово. Дочь, я никогда в жизни не лез к тебе в душу. И сейчас бы не стал. Но, по-моему, так нельзя. Я не знаю, каково ему сейчас, пап. Но… Подожди, не перебивай. Но я хочу сказать, что такое просто так не происходит. Вот чтобы вот вдруг так случилось, я ни за что хоть тебе и не поверю. Послушай, доча, все люди ошибаются. Все совершают ошибки. Просто не каждый после этого находит в себе силы жить как человек. Дурак не прощает. Оттого и живет как дурак. Без счастья и любви. А ты? Если любишь, прости. Как же это могло произойти? Да, чего только в жизни не бывает. Ну, надо что-то делать. А что тут сделаешь? Нет, Жорик прав. Надо что-то придумать. Ну, да. Ладно, да. Будем жить. Дети, а ну налетаем на десерт. Чаёк, сынуля. Лёшка. Привет. Привет. А почему ты один? А где Аля? Ну так, один. Не берите в голову, разберусь сам. Что, поссорились? Мам. Ты начудачил? Ну, прекрати. Ладно, с кем не бывает. А хочешь, я с ней поговорю? Не надо, мам. Не надо. Сам разберусь. Я пройтись хочу. Извините. Ну и что у тебя случилось? Десерт. Очередной кулинарный шедевр? Сейчас увидишь. Вон, смотри. Ну и что это? Да не что, а кто. Подруга моей Ольки. Девица на все времена. Фигурка. Венера нервно курит в сторонке. Моть, я, конечно, тебя люблю, но увидимся. Да ты чего? Да я тебя тоже люблю, брат. Лёшка, Баженов. Блин. О, Матвей звонит. Включайте на громкую связь. Ну что там? Да крем без сахара. Медовик без меда. Ушел он. Надо, это самое, поговорить с этой Сашей. Ну, вот так вот, напрямую. Ну, не камень же она, должна понять. Поддерживаю. Ой, мужчины, мужчины. Не понял. Ну о чем с ней говорить? Мы же ее даже толком не знаем. Мы не понимаем, что у нее творится в душе. Верно. Может, у Леши одно, а там вообще другое. Угу. Может, он ей не нужен. Ей, может, на него, извинить, конечно, наплевать. Так правильно. Так, может, надо узнать? Каким способом? Способ мы найдем. Ну и какой способ? Алло, способ-то какой? общем, я сама пойду, сама с ней поговорю. Ну, по-женски. Ага. Понял. Ну, удачи. Здравствуйте, Аля. Можно? В общем, вы меня не знаете, но я хочу вам помочь. Вам и Лёше. Послушайте, Алексей Владимирович ни в чем не виноват. Да я была на той операции. Так, достаточно. Аль, послушайте. Ну, что? Да ничего. Тяжелый случай. Клинический, можно сказать. Ну, видно же, что сердце у нее просто разбито. Да и Лёшку она любит. Ну, надо что-то делать. Что? Ну, поговорить с ее друзьями, с подружками. Подружками! Жорик, ты гений! Пойдем, пойдем. А, Марин. А? После того, как мы все это закончим, может, поедем ко мне? Я уже думала, ты никогда этого не предложишь. Давай свои шедевры. Домой уже хочет. Не выступай. День добрый. Боже. Это ты? Да, я могу ходить. Простите, я пришла забрать портрет. Господи, детка. Пожалуйста, ничего не говорите. Ну ты же все-таки пришла? Да, пришла. Так, погоди. Это все очень странно, мягко говоря. Лично я ничего не понимаю. Теперь уж точно. Пожалуйста. Нет, ты уж послушай. Лёшка сам не свой. Я его рожала. Я каждую секунду чувствую, как его сердце бьется. Мы раньше не вникали, но теперь… Позволь мне, Аля, я не знаю, что у вас там произошло, но я знаю, что наш сын достойнейший человек. Я в этом уверен больше, чем Земля вращается вокруг Солнца. Да подожди ты со своим солнцем. Он услышит все, что я… Это подруги Али. Так я пойду с ними поговорю. Это моя. Давай я по-мужски. Ну хорошо, давай. Девочки, это самое. Так, мальчик, давай отваливаем. До свидания пишется раздельно. Так, девочки, нам нужно с вами серьезно поговорить по поводу Али. Ты же его тоже любишь, да? Ну я же вижу. Ну что ж вы мучаете друг друга, а? Нельзя терзать человека, которого любишь. Никак нельзя. Да, конечно, нельзя. Нельзя. Понимаешь, вы сейчас оба на грани. И то, что у вас сейчас есть, это называется чистое счастье. А что будет, если это счастье уйдет из твоей жизни? Навсегда. Подумай об этом. Простите, мне нужно идти. Детка. Алло, Борь, ты можешь сказать конкретно, куда идти? Так, Леха, спустился по ступенькам, поворачивай налево. Налево. Налево по аллейке, а дальше я тебе подскажу. Понял. Тань, ну ты где там? Да, я здесь. Я хоть и родилась в этом городе, но я вообще не понимаю, куда идти. Но, ты если поднялась, ты направо поворачивай. Ага, поняла. Идет. Мамочки, мамочки. Боря, ну я прошел уже 150-200 метров. Куда дальше? Вот там, где скульптура, туда иди. Ты видишь скульптуру? Тогда стой там, я сейчас подгребу, да. Поняла, заворачиваю. Она уже здесь. Да, да, Леш. Боря, ну ты мог сразу сказать, возле скульптуры. Все, я на месте. Вот сейчас встретимся. Сейчас. Все, пришел. Все вроде нормально. Да, алло. Привет, Алекс, это Анджей. А, Анджей, привет. Я проездом в городе, через час влетаю. Нужно срочно поговорить, Алекс. Слышишь меня? Так а ты где? Я здесь, у тебя, в больнице. Понял, сейчас буду. Да, Леш. Алло, Борь, слушай, у меня друг из Польши приехал, я не могу ждать. Потом поговорим, да? Давай. Нет, подожди, Леш. Вот и все. Что теперь делать? Ну что теперь сделаешь? Вы идите к своей подруге, а нам на дежурство пора. Да. Спасибо, девчонки. Ага. Да не за что. Пойдем. Ну вот, что скажешь? Хорошая больница, очень хорошая. Эй, Алекс, у меня есть одно дело к тебе. Я для этого и прилетел. Пойдем в ординаторскую, там поговорим. Пойдем. Экваториальная Гвинея? Значит, вся наша старая команда в сборе? Все наши, Алекс. Адам, Элиза, немецкие ребята. Вся команда. Но нужен кто-то, кто все это будет держать в своих руках. А твое имя там – ключ от всех дверей, как и раньше. Ты с нами? Большая клиника. 2000 мест и детский корпус отдельно. Ты нам нужен как хирург. Но есть еще больше, как человек, который все это возглавит. – 2000 мест? И детское отделение – это заманчивое предложение. Так и есть. Я понимаю, брат. Ответ прямо сейчас давать не нужно, но и ждать нельзя. Разумеешь? Новое правительство Экваториальной Гвинеи дало зеленый свет, но ты же знаешь, как там все быстро меняется. Ты нам очень нужен, Алекс, как и была всегда. Давай я подумаю, но спасибо, Анджей. Спасибо. Куда? Африка. Африка. Это то, что мне нужно. Африка. Практика. Приключения. То есть это то, что нужно тебе, да? Ну да, ты сама подумай, Марин. Африка. Я уже подумала, Георгий Александрович. Марин, так, стоп. Ты что, Марин? Ты чё? Все просто, ты поедешь со мной. Ну. Выходит, вы за меня уже все давно решили, да, Георгий Александрович? Так, ну, ты в своем уме. Какой я тебе, Александрович? Значит так. Лично я никуда не поеду. Если вы себе что-то планируете, разбирайтесь в своей жизни сами, так, без меня. А у меня через полчаса плановая операция. Всего доброго. Марин, пожалуйста. Вот. Я принял решение. Стало быть, Африка снова? Да. Боря справится с отделением. Ну, конечно, Боря справится. Но вот ты, мы ведь оба знаем истинную причину, не так ли? Алёш, я не вправе тебя задерживать. Ты взрослый человек, это твое решение. Не в пластику уходишь на деньги. Словом, у меня есть встречное предложение. А именно? На прошлой неделе мне позвонили и предложили возглавить медицинский университет. Мы с женой подумали и решили, что это то, что нужно. Поздравляю. Спасибо. Лёш, эта больница, здесь каждый сантиметр моим потом полит, здесь душа моя. И все это со спокойным сердцем я смогу оставить только тебе. Иван Михайлович. Я понимаю. Ты еще молод для такой должности, но после премии это решаемо. Никто не запретит тебе подходить к столу, если это будет необходимо. А отделение передашь Боре. Африка Африкой, но здесь ты нужен во всех смыслах. Леша, я все сказал, решай. Марин, что случилось? Ничего, Алексей Владимирович. Все нормально. В смысле нормально? Марина, в чем дело? Марин. Просто он, Жорик, он настолько меня моложе. У него совершенно другие взгляды на жизнь. Ну, мы с ним просто… Ну, вы не знаете. Я знаю. Вся больница знает. Да? Угу. И плевать. Просто я не подумала. И у нас зашло с ним все слишком далеко. И все это все меняет. Меняет всю мою жизнь. Любовь. Любовь все меняет, Марин. Какая любовь? У меня есть отделение, мне больше ничего не нужно. Так, стоп, стоп. Я тоже раньше думал, что важнее работы нет ничего в мире, но это не так. Это не так. Если бы… Если бы один человек посмотрел на меня так, как смотрел раньше, я бы за этот взгляд все отдал. Все. А возраст? Возраст – это бред. Отделение, оно без тебя не пропадет. Ты подготовила отличную замену, Наташа, она совсем справится. И если вы с Жориком любите друг друга, то ничего не бойся. Особенно перемен. Все. Алло, Татьяна Анатольевна? Чайковского, 14, 2-й подъезд, верно? Такси на месте, выходите. О, Господи! Помогите! Да, помогите! Скорее, да, ну! Давай! Что? Автор, ее сбила машина! Взял, все, нормально, взял. Я. Так. Вторую операционную готовим быстро! Асистолия. Пульса нет, давления тоже нет. Еще ампулу адреналина? Бессмысленно. Смерть наступила в 14:00. От стола! Адреналин! Пульса нет! Готовь разряд! От стола! Давай 250! Быстрее, Жорик! Алексей Владимирович, мертвая она уже. Так, пошел отсюда. Работаем, мозг еще жив. Скальпель! Межреберный готовь! Делаю прямой массаж сердца. Давай. Сердце наполняется, Алексей Владимирович. Забилось. Ритм стабилизируется. Будет жить. Я поеду с тобой. Куда ты скажешь? Ну все, Борь, поздравляю. Клиника твоя. Спасибо, Леш, я не подведу. Да, я знаю. Борис Анатольевич, на секундочку. Давай. Алексей Владимирович! А? Здравствуйте. Здравствуйте. Я видел, как вы вчера девочку спасли. Это вам. Спасибо. На всю команду. Да. Это я сам испек. Спасибо. Леша, любишь мою Сашеньку? Так что дышать и говорить больно. Аля, это самое главное и важное, что было в моей жизни. Хорошо. И Жорик, и Марина. Да, все. Такие, когда они в эту Африку улетают? Сегодня. Через полтора часа. Вместе с Алексеем Владимировичем. Такие ребята, такая потеря. Мамочки, мамочки. В Африку. Ну что стоим? Подходим, пробуем. Давайте. На всех принесли. Всем приятного аппетита. Спасибо. Кушать. Вкусно. Алло. Алло, Матвей. Алло, да. Ты обязан это попробовать. В смысле? Ну, в смысле. В смысле, я нашел тебе шеф-повара. Откуда? Слушай, Сашка, это не твой папа там? Саша! Пап, что случилось? Саша, он улетает в Африку. Мы можем потерять его навсегда. Мы должны спешить, пока он еще в больнице. Ты любишь его? Пап, да чего ты не сомневаешься? Сашка, ты чего? Давай, надо спешить. Давай, догоняй. Давай, мы должны уйти. Спасибо. Саша. Спасибо. Давай, Сашка. Леша. Леша. Саша, подожди. Саша. Простите. Леша. Простите. Леша! А? Извините. А Алексей Владимирович Баженов. А, Алексей Владимирович? Так он в Африку улетел. Доченька, я… Пап. Опоздали. Уже не догнать. Это ты? Лёш! Аля! Лёш! Аля! Я думала, ты улетела. Аля, я не могу жить без тебя. Я виновата. Ты изменила мою жизнь. Я недостойна. Я понял, что такое любить. Ты не знаешь, какой я была. Это я виноват перед тобой. Прости меня. Я люблю тебя, Аля. Я люблю тебя.